Так, ну давайте, наверное, в сторону дома пойдем, ребята. Так, ну все, пошли домой. В общем, такая вот у нас прогулочка. Так, завершение этого видео. Ну, несколько частей, наверное, скорее всего, будет, потому что прерывается, потому что выключается камера. И придется, наверное, скорее всего, из нескольких частей выкладывать. Ну, там несколько больших и несколько маленьких видео. А что так вот? А мы пока вот так вот идем домой потихонечку. Все, пошли до дома. Че, устал? Язык высунул. Устал. Видно, что он. Так, сегодня хорошо погулял-то. Да, красавец. Красавчик, красавчик-то. Хоть нагуляйся. Сегодня крепче спать будешь. Тебя покормлю чуть попозже. Часиков 8-9, наверное. Чтобы ты спал крепко. Хоть на свежем воздухе, можно так сказать. Побегал. Село и река Колва с одноименным названием. Ребята, всех поздравляю с праздником, верным воскресеньем и 12 апреля. Еще раз, друзья, прекрасная погода, чудная, солнечный день прекрасный. Это что, так вот, ох, люблю такие прогулки. Это полезно, ребят, для здоровья. Нужно часто ходить. Тем более у нас в селе вот есть такая возможность. Можно гулять. Ну все, мы идем дальше. Домой. В сторону дома и направляемся. Так, ой, хорошо. Я говорю, один раз ходил, первый раз не получилась съемка. В общем, так же прошли мы до этого поворота. Блин, пришел домой, смотрю, не снимает нифига, блин, короче. Да, блин, что за подстава такая? А блин, а час, а я ж не спеша шел, короче, не посмотрел на телефон. Несколько секунд поснимал и выключился, короче. Ну, видать, кнопка нажалась, и все там, может быть, случайно. И выключилась камера. Я такой, блин, пошли обратно. Собаке говорю, по второму кругу. А ему радно, что ему хорошо. Он рад прогуляться. Вот с ним мы прошли еще раз. По тому же маршруту, сейчас только еще по одному маршруту. Еще раз добавили другой маршрут. Удлинили, увеличили маршрут. Это церкви дошли. Как бы так вот у нас такой маршрут получился. Стой, погоди. Так, вот так вот у нас. Стой, 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 стой. Не дергай, не дергай, блин, только он хочет постоянно послышать собачий лай. И постоянно он дергает. Так. Так, давайте фоточку сделаем. Давай-ка немножко. Давайте с этого ракурса. Церковь. Сегодня святой праздник, как бы. Так вот. Верное воскресенье. Всех поздравляю еще раз. И с днем космонавтики, друзья. Так, а мы идем дальше. Сейчас в карман засуну. Телефон. Можно было двумя руками собак держать поводок. Это, блин, он вырывается. Пец сильный. И усилище тут в нем немерено. В этой собаке. Если бы на него трактор зацепишь, за него
его трактор тащит. Столько силы у него. В нем вообще ужас просто. Трактор. Ладно, мы сейчас уже дойдем до дома, так что и нормально все будет. Но мы уже гуляем, по крайней мере, часа, я так думаю, что два с половиной, наверное, точно гуляем. Потому что первый раз я час гулял, засекал. Потом обратно пошел, где там полчасика, и тут еще часик. Ну, 2,5 часа мы точно гуляем. Так, нет, где пойдем? Здесь дорога есть, давайте здесь пойдем. Пошли. Там мы ходили, давайте здесь. Пошли здесь. По этому маршруту прогуляемся. Вот остров. Получается посередине реки. Ну, как бы не посередине реки, ближе к берегу, к этому. Не деревня, где село находится. Вот у нас получается такой островок. Я постоянно, когда мелкий был, тоже чуть рыбачил с ним. И рыба еще была на реке. Щук ловили, окуней, там все разные рыбы, короче. Стой, вот с этого ракурса поснимаю. Стой, не дергай. Погоди, стой. Не дергай, да, блин, постоянно. Ты сколько снега, да, ребят? Офигеть, стой. Куда ты тянешь?